Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю обсудить проблему свисающих проводов, которые вы видите, когда приходите на мероприятие. Эти провода идут от звукового, светового оборудования. Не все их прячут, некоторые не заморачивают и оставляют так, как есть. Сегодня я вам расскажу, как правильно, практично, быстро и дешево сделать кабельные хомуты из нейлоновых стяжек. Ну что, поехали! Я открыл для себя простой и очень дешевый способ, как изготовить нейлоновые стяжки из, можно сказать, подручных материалов. Можно, конечно, заморочиться, залезть в интернет, найти объявления и на Алиэкспрессе, есть они, и на Prom.ua, заказать уже готовые нейлоновые стяжки, но цена их довольно-таки большая по сравнению с тем, что я вам сегодня предложу. Итак, идем в любой магазин, где продают ткани, и там покупаем нейлоновую ленту, которая состоит из двух частей. Одна лента с крючками, другая пушистая. Далее для изготовления нам понадобится степлер и ножницы. Отмеряем две части ленты, я делаю их одинаковыми. Вы же можете делать их разной длины. Обрезаем, соединяем между собой и скрепляем степлером для надежности. Для красоты можно закруглить края ленты. Все, стяжка готова, быстро и практично. Такие стяжки можно делать разной ширины, длины и цвета, разнообразие велико. Все зависит от вашей фантазии и места применения. При помощи таких хомутов вам удобно будет крепить провода к стойкам, которые идут от вашего звукового оборудования, также крепить провода, которые идут от светового оборудования, по тотемам или Т-образным стойкам, или другое оборудование, которое вы используете в своей работе. Ими удобно скручивать провода, хранить их при транспортировке. Также такими хомутами можно пользоваться и в домашних условиях, это, например, подвязывать цветы или подвязывать провода для компьютера. Также есть еще много разных вариантов. Кстати, если у вас есть идеи, как можно еще использовать такие стяжки, напишите их в комментариях внизу, я думаю, обсудим, может быть, какая-то еще гениальная идея придет. В свою очередь, всем желаю добра, всем желаю хорошей работы, всем пока, до новых встреч!